Дамы и господа, здравствуйте, меня зовут Рик. И мы подходим к переломному моменту, я бы сказал. Переломному моменту в этой игре. Собственно, что нам остается сделать? Нам остается выполнить этот заказ. И, я так понимаю, у нас откроются новые миссии. В общем-то, можно, конечно, было бы сходить и пофармить это все, и нафармить поинтов и так далее, но, если честно, мне так не хочется это делать, что я решил просто использовать одну Quality Sponge. То есть, конечно, я думаю, я потом за это об этом пожалею, но все-таки я использую не все, я использую только одну. Плюс, вроде как, из Лудроса я уже все, что можно, все, что нужно мне было, я все сделал. Так, итак, у нас есть 1500, и давайте делать эту вещь. Что-нибудь нам дадут еще помимо этого? Ну, похоже, что нет. Так, и теперь посмотрим, что нам дает Guild Sweetheart. Окей, хватит болтать. Ага. Не знаю, что я только что сказал, что мне это понятно, но... Наверное, мне это все понятно. Итак, что у нас появилось? У нас появился Ратиан... Раталос, погоди-ка. Не понял, и что? Это же и так уже было. Что такого? Окей. Ураган. Что-то новенькое. И... Тоже ураган. То есть это у нас Хант, это Капчер. А это Раталос. Так, ладно. Раз такие дела. Я, если честно, по-моему, я видел этого монстра. Но у меня такое ощущение, что у меня с ним будут большие проблемы. Если у вас ощущение, что у вас будут большие проблемы, то первое, что я для себя вынес, это нужно брать оружие, с которым вы чувствуете себя наиболее... способным убить данного монстра. В моем случае это Лэнс. Так что я пойду на него с ним. А там посмотрим, как пойдет. В общем-то, теперь нужно не забыть взять все, что мне нужно. Адамантил мне не нужна. Мегапоушену сейчас наберем. Сначала выкинем все то, что нам не нужно. К примеру, Iron Ore и Sonic Bomb. Хотя, кто его знает, может быть, Sonic Bomb тоже понадобится. Ну... Проверим. Так, берем мегапоушены по максимуму. В этот раз постараемся не забыть well done стейки. Есть. Кирки есть, сачки есть. Берем трапы. Шок трап, питфол трап. Берем бомбы. Ну, у меня там они и так были, но мы возьмем еще две. Так. Armor Charm, пейнтболы, cool drink. Так, где там было? Какая локация была, я не посмотрел. В какой локации мы будем биться с этим ураганом? Вулкан, значит, нужны cool drink. Hot drink нам не понадобятся там явно. Так. Cool drink есть, hot drink не нужны. Окей. Это есть, Whetstone есть. Пейнтболы. Все. Вроде бы все, да? Ну ладно, погнали. Точно. Так, что у нас с эквипментом? Лэнс я тут, я надеюсь, взял. У меня вроде как другого больше никакого нету. Ну да. На всякий случай сейчас сходим, посмотрим. Может быть, можно улучшить какое-нибудь наше оружие. Так, нет, это Forge, это апгрейд. Ага, фиг там. А, кстати говоря, как раз таки ураган Shell, ураган Skewed, Dragonite Ore. Будем фармить. Так, и что у нас с нашим армором? Мы можем его проапгрейдить? С этих сфер нету. Тут тоже нету. Вот это есть. Окей, давай сделаем. А тут? Этого нету. Тут? Все, пятое. Все, пятый левел. Окей. Пойдем покушаем. Как всегда, ХП.
И вперед к приключениям. Да? Кстати говоря, чача, у тебя что-нибудь есть там, нет? Нет. Окей. Погнали. Возьмем, наверное, это хант, это кэпчер. Ну да, хант возьмем пока что. Хотя, может, сразу кэпчер взять. Стан ураган. А тут что? Вун ураган. Чоу. Это вулкан, да? Ладно, попробуем все-таки для начала просто хант, а там уже посмотрим, как пойдет. Для начала нужно вообще понять, что это за монстр и что он делает. Но я, кажется, уже догадываюсь. По-моему, я все-таки видел его в портабл версии. Так, набираем. О, poison knife. Не знал. Так, и, кстати, да, зачем я взял по максимуму в бринке, непонятно. Ну ладно. На всякий случай возьмем торч. Не знаю, пригодится он нам или нет. Так, и один тогда используем прямо сейчас. А взять их все равно не смогу. Ну да, логично. Ну ладно. Чувствую, мы сюда еще все равно вернемся. Так. Где рационы? Хотя нет, лучше не рацион возьмем, а лучше возьмем как раз таки... И Well Done Steak 1. Кстати говоря, где-то тут вводится Killer Beetle, которые мне нужны для апгрейда там какого-то оружия. Можно их сейчас половить как раз, пока будем искать того урагана. Где-то тут они водятся. А, нет, не тут они, в первой зоне больше всего их водятся, да? Ну, бабочка... А, вон. Вон одна летает как раз. Фух. Бутербак, нафиг. Кэшбак, тоже ни о чем. Опять бутербак. Ай, на ёлки-палки, вы что прикалываетесь? Киллер Битл мне дайте кто-нибудь. Так, ладно. Пойдем пока что сюда. Будем его искать. Мне кажется, он будет либо в шестой. Скорее всего, он будет в шестой, мне кажется. Ну, сейчас проверим. Эпичные ворота от фейлинов. Нигде больше не увидите. Только у меня на канале. Так. Может также еще сходить подобывать руду, пока есть такая возможность. Потому что потом я чувствую, будет не до этого. Firestone. Fire Jewel. О, Dragonite Ore. Ну хоть одна. Окей, пускай будет. Так, ладно, пошли в шестую. Зайдем. Ой-ой-ой. Черт, не надо, пожалуйста, в лаву ходить. О. Везет. Еще больше везет. Покатит. До сих пор еще даже не сломалась ни одна. Ой, мистер Чарм уже. Ух ты, погодите, я не знал, что мистер Чарм может добыть тут. Прикольно. Так. Выкинем... где там битербаги? Во. Dragonite Ore. Так, Iron Ore нафиг. Earth Crystal туда же. Мочалайт Ore. Ну ладно, возьмем так, чтобы быть... Fire Insect Husk на это, да, поменяем. Так. Окей, погнали. Ну, ты тут? Или ты не тут? Окей, погнали. Так, раз мне дали Poison Knife, я думаю, неспроста это. Так что будем его отравлять. Или он... Так. Ну, вроде как должно хватить. По идее, мы его отравили. Теперь пейнтбол в челюсть. И погнали. О, нет. А! Вау! Понятно. Сейчас еще будет очень много времени пройдет, пока я буду учить его атаки.
Так, вот это явно очень хорошее окно для того, чтобы побить его по хвосту. Только проблема вся в том, что у меня, по-моему, Лэнс отскакивает. Черт. Угу, вот тут не отскакивает. А вот тут отскакивает. Печаль. О, нет! Ну-ка, а по челюсти? Челюсть тоже отскакивает. Печаль. О, блин. А. О, фак. Так, понятно. Во-первых, явно нужно оружие побыстрее. Факт. Чем Лэнс. Во-вторых, у меня проблемы. Большие. Где Чача вообще ходит? Кто мне скажет? Вроде как монстр медленный, но в то же время... Что он делает вообще? Это, по-моему, газ, который усыпляет. Если слишком близко к нему стоять. Ага, вот и покатился. Покатушник. Так. Надо избавиться от этих мух, иначе я чувствую, они у меня очень большие проблемы рано или поздно создадут. Ну, хоть без проблем удерживаем их атаку, его точнее атаку. Так. Ну, хотя бы можем заблокировать. Уже плюс. А, нет, черт. Так, ладно. Заметка номер один. Не бить по челюсти, потому что это бесполезно. Воу-воу-воу-воу. Он вроде такой медленный, в то же время как-то я до сих пор не могу понять, насколько быстрые его движения. Так, вот ноги его вроде как бить можно. Так, заблокировали. О, нет. Окей, живем пока что. Что как-то странно. То есть получается, его нижняя часть ноги, ее можно бить, а верхняя часть уже бедро уже бить не получается, так что ли? Очень странно. Вау. Вовремя отпрыгнул, ничего не скажешь. Так, и надо бы нам отхилиться. О-о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 -
С ума сойти. А, ребятки, у меня большие проблемы. Факт. А что это он за выкинул? Это не то, что сейчас взорвется. Точно. Понятно. Фак. И он мне еще и траванул. Ну, конечно. Опять выкидывает эти камни. Нужно явно держаться от них подальше. Еще я горю. Только сейчас ты заметил. Где Чача? Чача, скотина такая. Ну-ка, вылезай. У меня проблемы большие. Оно хоть с полной выносливостью выдерживает две атаки. Черт. Четыре атаки. О нет, о нет. А! Вау. А наконечнику хвоста тоже смысла никакого бить не имеет, я смотрю. А, печаль, я тут надолго, явно. Ч
что это он делает? Что за странное покачивание? Нет, 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 а! О, нет, черт! Вау, повезло. Можно, конечно, попробовать травмировать его челюсть, но не факт, что это у меня получится сделать вообще. Так, надо побыстрее отсюда свалить. Окей. Что за покачивание? И затупилось оружие. Уже. Так. И есть варианты. Ну, для начала заточить оружие, к примеру. И кулдринг. Срочно нужен кулдринг. А еще рацион, наверное, не помешает, да? Он закапывается? Вау. Жесть. Ну только мне еще одного Диаблоса не хватало. А где он? О, вау. Нормальный ход. Я его вообще не вижу. А! Блин. Только на миникарте увидишь, что он на меня несется. С ума сойти. Вот это монстр. Ну давай. О, по-моему, он в энрейдже. Ох, сейчас начнется. Выпьем, пока можем. Я чувствую, потом возможности такой не будет. Ну, это так он все так же и делает. 4 удара. Будем знать. Ну, хвост, хвост. Далеко. Че, это уже убегает, что ли? Или нет? Похоже на то. Хм, ну окей. Первое столкновение относительно успешное. Наверное, используем остальные Poison Knife. Я вот не помню, по-моему, может быть, и одного хватает. Хотя, по-моему, он должен прямо как-то что-то от него там должно дымиться, что ли, чтобы будет показывать, что он отравлен. Хотя, может быть, это я уже что-то придумываю. Понятненько. Глупо. Так, вот эти вот ребятки мне еще сейчас очень сильно помешать могут, прямо скажем, которые тут водятся. Стоим, стоим, как стена, которая вот-вот влетит разъяренный ураган. Вау, повезло. Нормальный ход. Так, ты, свали отсюда нафиг. Чё скажешь, дружочек? О! Чё, получилось его ранить немножко? Это хорошо. Это хорошо. Ну-ка, я жадный, подберем, что он тут уронил. О, Вивергир, супер. Ну давай, пробивай его ноги, блин.
Бум. Так, надо срочно отойти отсюда. О, это аутогар сработал. Что-то он какой-то гораздо медленнее стал. Или мне кажется. Почему-то он падает. Что, он уже настолько поранен, что ли? Что-то мне не верит, что я так сильно его успел поранить за такой короткий срок. Окей, стоим. Ну давай. То, что действительно нужно просто бить по нижней части и вот по вот этому странному месту. Я просто не хочу, прямо скажем, обращать внимание на то, куда я его бью, потому что это не по-мужски. Печаль. Так, что нам нужно сделать? Для начала нам нужно точить оружие. О, вау! Фак. Еле-еле. Так. Быстрее, 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 быстрее. Вот черт, вот черт. Последнюю секунду успел достать. Так, отхилились. Продолжаем в том же духе. Ай, блин. Ему самому эти камни явно нипочем. Потому что он потом... в них попадает, он как-то абсолютно это игнорирует. Ну, наверное, логично, если он сам их выставляет. О, нет, нет, нет! Черт! Ты еще Вим сработал, блин. Стоим. Ух. А, черт, блин, ну о чем я думаю? А, печаль. Печаль печальная. Сейчас мегапоушены закончатся, и привет. О, нет, 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 отходим, блин. О, фак. Ну, конечно. Ой, ладно, сходим, что ли, тогда в первую зону. Возьмем новые кулдринки. Возьмем, может быть, там появились уже новые ферстейды, и заодно сдадим одну из побочных квестов. Один из, точнее, из побочных квестов. Так. Бабочек нигде не видно. Печаль. Ну-ка. Так, вот они, кулдринки. Идем, сдаем квест. Есть. И теперь First Aid 2 получаем. Новые рационы. Новые мини
Стоун. Ну и колдринг это прямо сейчас один заюзаем. Так. Так, и тогда сходим, поспим, отхилимся. Take a nap. Давай, 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 просыпайся, просыпайся, погнали назад. У нас времени не так много, как казалось бы. Кстати, странно, не знаю почему, но почему-то вот именно 50 минут. Почему не час, почему не 40 минут, почему именно 50 минут, как-то странно. Почему такое ограничение решили сделать? Так, ладно, бежим назад. Последний раз он был в зоне 5. Смотрим, ушел ли он куда-нибудь с тех пор. Кстати говоря, вот этих фейлинов можно попробовать подолбить. С них могут упасть ферстейды и рационы всякие. Так, и надо бы еще заточить оружие. Хотя я вроде совсем недавно это делал. Ладно. Так, его тут нету. Где он может быть тогда? Либо опять в шестой. Либо может быть 7, либо может быть 8, кто его знает. Ну ладно, начнем с 6. Так, и мне нужен рацион новый. Есть. Ну, ты тут? Красавец. Нет, он не тут. А где он тогда может быть? Ну, пойдем в 7 сходим. Мне кажется, он в 8 все-таки сидит. Сейчас узнаем. Нет. Все-таки тут. Ай, блин. Ну давай, с новыми силами. Сейчас опять тебе настучим по твоему достоинству. Так, заблокировали. О, нет. Обратите внимание на то, что эта атака все равно немножко пробивает мой щит. Даже у Лэнса. Вау. Поехали. О, нет, 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 нет! Блок! Еще блок! Все, стоим. Живы, здоровы, окей. Да, печаль. Так. Ему хотя бы больно. Блин, а урон через щит все равно проходит. Не есть хорошо. Черт. О, ни хрена себе. Я не знаю, что он может такие виражи делать. Это мне сейчас очень сильно повезло. С ума сойти. Вим сработал. Повезло. Блин, не защищает, да. Только, по-моему, со специальным скиллом может защищаться от вот таких вот вещей, каких как газ. Все в таком духе. Печаль. Печаль.
Ну давай, ну. О, нет, нет, нет! Фак! Ай, блин, вот отстой. Ну, конечно. Это было еще более умно. О, да. Ну да, ну да. Ну еще, еще кто-нибудь меня долбаните. Чтобы вообще был полноценный ваншот. Ой, печаль. Ну-ка. О, фак. И он в энрейдже. Ну да, чего бы и нет. Ну, ну. Так, какие будут предложения? О, фак! Ну тебя нафиг, дай хоть отхилиться. Невозможно, блин. Так. Спойлер мини ветстоун, спойлер ветстоун. Блин, ну вот что, что мне против него сделать, елки-палки? Все, хилок нету, да? Ну, супер. Что сказать? Похоже, что все-таки я неправильно сделал, что решил взять оружие, которым думал, что может заблокировать. Нифига им нельзя блокировать, гораздо грамотнее было бы просто уворачиваться от его атак. Ну, конечно. Ну, конечно. Да. Ну хоть теперь я уже предугадываю, что он сейчас опять развернется. Это уже хоть какой-то плюс. Ушел. Мы могли бы, конечно, попробовать вернуться назад и отхилиться, но у меня вообще такое ощущение, что он сейчас сам попробует здесь что-то поделать, похилиться каким-то боком. Потому что лучше его не оставлять. Он в энрейдже. О! Вы подумайте. Получилось отрезать хвост. А, отрезать хвост. Повалить его получилось. Хвост отрезать это еще. Кучу времени надо его, я думаю, долбить. Ну, блин, ну конечно, ну. Ча-ча, лучше похилил бы меня, серьезно. Конечно. Ай, блин. Ну, хоть не газ, блин. Что ты ползаешь, елки-палки? Хиль меня давай. Mm-hmm.
Ну, понятно. Ну, конечно, блин. Сейчас, я чувствую, начнутся гонки на выживание, да? Появится либо там, либо вот там. Вон он. Ну, давай. Главное, не потерять его из виду, ёлки-палки, с ума сойти. Где он? О! Где он теперь? А, вон он. Фух. С ума сойти. Так, ладно, это все здорово и весело, но пошел-ка я хилиться. Потому что это не дело. Определенно. Сейчас будет тупо, если я по дороге к лагерю умру. Это будет шедевр. А времени все меньше и меньше. Да. Давай, беги быстрее, ёлки-палки. Может быть, там появились какие-нибудь новые эти опять. Припасы. В идеале должны были. А, нифига. Ах, блин. Чё ж делать-то, а? Нужно было явно брать другое оружие. Это факт. Какое? По-моему, здесь подошел бы неплохо лонгсорд. Но в то же время мой-то лонгсорд огненный. Сомневаюсь, что ему огненное оружие какой-то урон будет наносить. Тут нужно либо ледяное, либо электрическое. Электрическое у меня есть грейтсорд. Грейтсорд, в принципе, подходит. Но... блин, исчез. Или пейнтбол закончился, одной из двух. Крейсер подходит, но он медленный, зараза. Кстати говоря, я, скорее всего, обязательно себе сделаю армор Ратласа, потому что у него есть Quick Draw, кажется. Или Critical Draw, что-то такое там. То есть скилл, который необходим для... как их? Грейтсордов. Куда он делся, кто мне скажет. Он случайно не едет, не начал дрыхнуть тупо. Нет, вот он. Ой. Соскучился? Я по тебе не особо. О нет, черт. Ну конечно. Дай мне отпрыгнуть. Ну давай, выходи уже из лавы хотя бы. Понятно. Фак. Ча-ча, помогай быстрее. Ну давай, господи, что ты делаешь? Быстрее! Воу! Блин, повезло. Только Ча-Ча при этом погиб смертью храбрых. Пал, во всяком случае. Живем. Пока что живем. Черт. Ну, конечно. Ой.
Быстрей, 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 быстрей. О, нет! Черт, черт! Фак! Может быть, успеем до лавы добежать? Похоже, что никакого толку это не делает. О! Фух, елки-палки! Просыпайся давай! Нас туша ждет. Давай, 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 быстрей, быстрей, быстрей. Ну давай, 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 давай. Пошли, 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 пошли. Ловим, 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 быстрее. Так, вот пока он это делает. Давай, 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 раскладываем. Давай, иди сюда, иди сюда. Ну давай. Только ради бога не сломай ловушку, черт подери. Раз. Два. Есть! Ёлы-палы. Ху-ху-ху. Фух. А, ну и чача, разумеется, подоспел. Так, в результате хвост не отрезали, челюсть не разбили. Но, чтобы разбить ему челюсть, это, я не знаю, это либо должен быть молот. Скорее всего, да, молотом нужно его убить. А, кстати, да, молот очень хорошо подошел бы для этого монстра. Конечно, хвост бы мы ему не отрезали, понятное дело. Но просто как урон, мы бы без проблем его валили бы, убегали, и челюсть бы тоже смогли бы разбить. Думаю, надо молот также прокачать себе какой-нибудь. Причем желательно такой именно, который будет его долбить хорошо. Окей, будем знать. Не, ну монстр, конечно, очень интересный. Вот эти механики с его катаниями и так далее. Конечно, все здорово. Но главное, что получилось. Уже успех. Ну и что у нас тут есть? Ураган Шелл, Ураган Шелл, Ураган Хаск. Ну что-то так себе, да? Ураган Мэроу, Ураган Джоу. Ха, даже челюсть получили. Повезло. Что мы получили? Что за прикол? Скиллпоинт новый. Какой смысл? А, слот. Один слот добавляется. Ха, прикольно. Еще очень полезная штука. Пригодилась. Пригодится, я уверен, в будущем. А это Cold Resistance. А, фигня. Фух, ну ладно, ну ладно. Посмотрим, что у нас тут новенького. Может быть, уже гилд... О, да, действительно, смотрите. Что скажете? Сидиус какой-то. Это самый, наверное, главный монстр, который тут есть. Ну-ка посмотрим. Ну, хватит уже болтать, сколько ж можно-то. Вот, Argent Quest, Save the Mogo Village. Сидиус, да, вот он. Ладно, народ, мы, я думаю, знаем, чем будем заниматься в следующем эпизоде. А ты мне что скажешь? Ancient Weapons, ну-ка. Хм. Он сказал о том, сообщил нам о том, что где-то там есть какие-то древние орудия, которые помогут нам убить этого Сидуса. Что-то с медом, какая-то фигня. Новый шлет этот. Villagers, да. Villagers request. Теперь мед можно сделать получше, понятно. Давайте посмотрим, что нам привезли наши корабли. Ну, что-то привезли. Стилет. Раундемстон. Еще одна стилет. Неплохо. Так, а, блин, отправлять-то не на что, да? Или нет, или хватает? А, да, ровно 80. Стоп, а почему? Неужели? А, да. Странно, ладно.
Окей, плыви. Так. Что у нас есть тут? Соберем наши плоды. Так, и он случайно не про вот это вот место говорил? Нет, тут только маска. Это все стандартно. А это Могавудс. Ну да, логично. А, ну, короче говоря, народ, я думаю, на этом все. В следующем эпизоде мы пойдем делать этот Origin Quest, а там уже будем думать, что сделаем дальше. Надеюсь, этот эпизод вам понравился. Всем спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые. А также лайкайте, оценивайте и рассказывайте всему миру и каждому встречному, если у вас есть такое желание. Еще раз спасибо за просмотр. С вами был Рик. До скорого.